продолжаются мои реакции. После моих реакций на Караки Сегню заказали очень много его песен различных. Одна из них это Кадеримли Бил. Официал мьюзик видео. Раз, два, три. Кадеримди. Конечно же, как обычно, я читаю через букву. Классная песня, прям шикарная, мне понравилась она. Пожалуй, мне пока больше всех нравится песен, которые я у него слышу. Мне и другие у него понравились песни, но это вот самая пока что, самая клевая. Я, наверное, ее себе даже сохраню. Так, я ее себе еще дополнительно добавлю в другой плейлист, это для меня, сюда, чтобы она у меня не потерялась. Спасибо огромное за заявку, всем пока. Всем привет! Продолжаются мои реакции на ваши заявки. Следующее снова Караки Сег. Очень прям обидно мне заказали его. Видимо, очень его любит. Хотя до этого никто не заказывал, я даже, знаете, знала его существование. Песня называется «Донгере». Погнали, раз, два, три. 22-й год, кстати. Выпущено 22 января. А тут нет, слава богу, ряда, поэтому по-любому там есть текст где-то. Ищем. Где? Нету текста. Что за обида? Был же всегда. Нету текста. Обида. Вот тебе текст. Да.
бол алматын үстіңде аппақ көлем жер шарында көңгелек жолығатын күн келем баттай Так искала текст, что даже вот да, мозгов не хватило дождаться просто начала песни. Жүрегіңді тағы ойымда жоқ әлі құлып тұрма көңілің етейсілі тарап тұрма идейімен сағатасы қолып жүрген арманды алып берсіп тау алмай жүрген жол алатаудай сауап прочитать айтюр аманды жүрсіқ жұт ауа сұрайым жан тәніңе дауа дауа менде өмір сүрем көтеріп басты үй үшін үйдің ішіндегілер үшін ойын енді басталып менде бастайын оған мың сәжде мені түсінген үшін түсінген үшін Алдында жол алыс, алдында кептеліс Жай қозғалыс, қасымда ол қабырғамнан жаратылғаным Мен үшін ғана туғаным, жер шарында түңгілік Бізді бүлді бүлек-бүлек Бақты сәттіңнен көгері бұл алматым Үстіңде аппақ көлек, жер шарында түңгілік Бізді бүлді бүлек-бүлек Бақты сәттіңнен көгері бұл алматым Үстіңде аппақ көлек Жер шарында көңгелек, жолығатын көңгелек Бақта сәтіңнен көгеріп олай, күлкін керек маған Жер шарында көңгелек Я так понимаю, они очень популярны, да? В плане того, что у него так мало просмотров На его клипах довольно-таки мало Жер шарында көңгелек, жолығатын көңгелек Бақта сәтіңнен көгеріп олай, күлкін керек Ну, он довольно-таки неплохо исполняет, да, читает круто. Вот, так что я думаю, что он должен больше получать внимания, конечно. И голос у него необычный, самый интересный. Вот, то есть его можно по голосу узнать. Не так часто у рэперов необычные голоса. Допустим, того же Изи, того же Зака, тоже уже всегда узнаешь по голосу, согласитесь, никогда их не спутаешь ни с кем и ни с чем. То, что другие могут под них там уже подстраиваться, пытаться читать, как они, это, конечно, неоспоримый факт. Всем пока!